возникло желание посетить немецкое захоронение в поселке Люблино. Я была опечалена увиденным, так как погибло очень много невинных людей. Оренбургские пуховницы обвинили пухфабрику в присвоении бренда. Предлагаем это обсудить. Варианты ответа. Бренду Оренбургской области скандалы не нужны. Можно ли запатентовать народные достояния? Не каждый платок может называться оренбургской паутинкой. И последний вариант ответа – пусть вяжут все, чтоб сохранились традиции.